Все было красиво. Так, ребят, ну давайте быстрее, ну становимся, ну быстрее. Так, давай вот здесь по крестику становимся. Игорек, тебе что, холодно? Улыбайся. Улыбается он по крестику встать не может. Тодес. Девятый состав. Значит так, сейчас заиграет музыка, я говорю нужные слова, и ты начинаешь танцевать. А когда кланяться? Кланяться не надо. Это не поможет. Vamos a bailar el ritmo caliente de Sendo Lambada! Это мои соседи. Так, соседи свободны. Ребят, с меня стипендия. Леночка, два билета в первый ряд на каникулы Бонифации. Сочи, это шикарные гостиницы. Дорогие рестораны, водные аттракционы. Но самое главное, летом в Сочи приезжают богатые старухи. А богатые старухи – это шикарные гостиницы, дорогие рестораны, водные аттракционы. Но самое главное – карусели два круга. А что, по-моему, красиво? Нет, Глеб, с красивой женщиной на каруселях не познакомишься. Я предлагаю пойти на неделю высокой моды. Классно. Я вас в зоопарке подожду. Ребята, реально пойти на дискотеку для тех, кому за 40. Последний шанс называется. Все стерильно. Тю. Миша, реально. Да-да, все реально. Значит так, я туфельки лакированные. Жацакаскас. Ой, жабошенька у меня такая, люблю. Подхожу, ой, маэстро, штанго. О, Глеб, это твой возраст. Нет, вау. Нет. Девочка моя, все будет красиво. Глеб, вот ты загнул, а? Да вы чё? Да вы чё? Она ж несовершеннолетняя. Девочка, иди, можешь? Могу. Забудьте, забудьте, ребят. Сейчас реально пойти на мужской стриптиз. Ну, представьте, девочки уже тёпленькие. И тут мы хопа, и все в белом, а? Не понимаю мужиков, которые работают в стриптизе. Что их понимать? У каждого мужчины свой зон, свои колокола, своя отметина. Тяжелая работа, стриптизер. Подумаешь, вступаться в сомнение. Работают мужчины на износ. И многим пацанам стриптиз принес, кому бесславие, а кому бессмертие. Но иду я на Туам, на Мур, в ретюрге дня. Не, ребят, я передумал знакомиться с москвичкой. Поеду в Сочи, у меня там красивая девушка. Паша, да. Какая девушка? Ты даже знакомиться с ними не умеешь. Коко! Вот так. Вот давай, вот я девушка, а ты со мной знакомишься. Давай. Слышь, подруга, как тебя зовут? Павлик, сейчас я как бы девушка. Ну а что ты от этого хуже слышишь, что ли? Паша, смотри, вот тебе, пожалуйста. А, не, не, а что, да куда мне? Спокойно,
тебя спокойно. Мадьон, а давайте с вами на брудершафт ногти погрызем. Хам, ты что забыл? Женщины любят ушами. Ня-ня-ня-ня-ня. Вас послушаешь, так самая сексуальная женщина — это чебурашка. Не, ребят, юмора нет, зеро. Ой, спокойно. Учу. Сережа, только красиво. Глеб, успокойся. Значит так, завтра в 6 в зоопарке. А что мы там делать будем? Жирафов кормить! Чё, сиди, с ума сошёл, что ли? Надо же делать! Эй, жирафа! Павлик, ты примитивный, Павлик! Женщине нужно показать, что ты чувственный, что у тебя оголёк! А ты что, такой? Да, я такой! Ну докажи! И докажу! Ну давай! Для всех женщин суперпроект «Таркан на Украине»! Ой, не, ну, Русик, ну как, ну, теперь все женщины в зале его, а мне вот там гоготать на углу. Так тебе и надо. Уйди отсюда, пекинес лохматый. Не, Русик, да успокойся ты. Да забудьте вы этих женщин, ребят. Да наплевать на эту московскую прописку. Да наш Сочи ничем не хуже. Они даже КВН в Сочи срисовали. Вот смотри, Павлик. В Сочи, как и на КВН, море зрителей. На пляже загорает ведущий МТВ Антон Камолов. На городском пляже. Вот так. Естественно, в тени Константина Эрнста. Где-то над собственным отелем летают сочинские ярмольники. И всем им светит бородатое кавказское солнышко. Не хватает последнего штриха. Александр Васильевич, распишитесь, пожалуйста. Так что, уважаемые москвичи, переезжайте жить к нам в Сочи. Да. И возьмите с собой побольше богатых старух. Да собран говоря гвардиенте, а вайлары с ритмом каленте, нау! Пилип, 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 хорошо летом в Сочи. Пилип, 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 море, солнце, жара. Пилип, 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 и звучат среди ночи. Пилип, 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 рупа и чача. А как звать тебя? Толик с Мариуполя!